Здесь будет располагаться трибуна. На площадке в станице Анапской идет оборудование системы полива. Этот полипропиленовый танк – ее часть. В нем будет храниться вода, смешанная со специальным удобрением. Административный корпус уже заведен под крышу. Идет прокладка внутренних коммуникаций. Витязево работы идут несколько быстрее. Однако, по словам вице-губернатора, в график укладываются все. Здесь уже можно представить, каким будет зал для конференции. Уже полным ходом идет оборудование душевых. Специалисты говорят, что газон прижился и соответствует всем необходимым требованиям для полей такого уровня. Работа ведется в соответствии с календарным планом, графиком. Отставаний нет, есть даже отдельные небольшие опережения по отдельным видам работ. Напряжение сейчас, понятно, что само поле, оно у нас готово, вся система по полю готова. Конечно, вопросы есть, но они рабочие, они решаются оперативно, в рабочем порядке. Качеством и сроками их решения, я думаю, тоже.